Там еще одна трансформация, что ли? Земля типа... Здорово! Нифига себе, он подпрыгнул как по таймингу, красава! Да ну уйди ты отсюда! Все нормально, поехали! Ну куда? Взял такой упал, ну куда? Всем привет, дорогие друзья, с вами Кузак и Барт и Мал, и сегодня у нас будет трансформаторный паркурчик на санкигах в GTA-шке 5. Хей-йоу, братишки, всем здорово. Всем здорово, чуваки. Ага, погнали, а куда-то вниз-то а все поскочили. Сверху чекпоинт так-то. Сверху? Что? Чё? Да. А там же нет никакой формы вроде бы, да? А, смотри, не-не-не. А, я понял. Там, короче, налево. Да. Во-во-во-во-во-во. Аккуратно. Лестница для слабаков, Кузака. Ой, чё-то слишком для слабаков. Угу. Так, пацаны, так что давайте shift-S на долбанном грузовике. Все нормально, пацаны. Да, ёлки-палки. Надо либо в очередь становиться, либо толкаться, как это все делают, в принципе, люди. Там же специальная лесенка, Кузака. Да, я знаю, но там люди. Так что я... Надо было респиться. Я вообще во всех ничего не... Давай, пробел, ну пожалуйста, пробел. Пробел в моей жизни сегодня, пробел твоей. Ой, ничего себе, какие песни непонятные. Просто тупо с пробелом. Ну да что капец, за дурак? Чё такой наклон-то Идиоту. Жесткий? Горки непонятные. Ран вал! Ран вал, мазафака! Упал из-за него. Короче, надо просто подождать, пока все это пройдут, и потом уже тупо проходить. Потому что сейчас, пока они там все не заехали, это полный бред проходить. Ну, челик, ну да, ясно. Хорошо. Пацаны, вы что, это прошли? Нет. Да, нет, мы не-не-не, именно прошли вот первую волну ступенек. Да, первую прошли. Так, ладно. Дальше понял, хорошо. Да там не один, там много людей, они... Ну, не знаю, не знаю. Давай, я... Так, Ярик, красава. Нафига ты упал-то так слишком? Да он лицом на клавиатуре заснул. Да-да-да. Сколько там у нас? 11 часов вечера. А, все, спать хочу. Да, все, спать, братан. Как Ранул написал, ага, катапульта. Нормально, в принципе. Ну, вылетел вообще эпично. Да, что-то замолчал. Дальше горки какие. Давай сейчас. Не, вроде хорошо забирает Санкин. Главное нажимать вовремя пробел, когда он не совсем высоко заехал, чтобы потом не слететь. Ну, как бы такие сложненькие. Ой, Ранул, I'm so sorry, man. Так, да, да, спокойно. Sorry. Да не, ему, кстати, не толкнул сильно. Давай, все нормально. Это, еду, тащи, еду, еду, ташу, я уже прошел, мал. Сейчас, главное, все, забуксовал, и сейчас буду брать чекпоинт. Не, мне паркурчик уже с первого чекпоинта так понравился. Так ты куда поехал? Сейчас бы еще там застрять, слушай. Ран волнись сюда. Все люди, как людях Кузака, в дырочку поехали. Да, и Кузака любит дырочки и маленькие проходики, и все дела, тополя, да-да-да. Конечно. Голубой робот такой, да. Ну, все. А вот куда же-то заехать? А, я, кажется, понял, смотри, мало. Скрин. Скрин. Да, нормально, так. Из разгончика так. Аккуратненько. Во-во-во. Серьезно? Так. Я, короче, дальше задом поехал. Че, пацаны, доставка пиццы? Серьезно, доставка пиццы в 11 часов вечера? У меня 10, пацаны. А, ну да. Да как ты туда забрался-то, мало? Ты че такой на шорпабло-то? Да я аккуратно. Да я понимаю, что аккуратно, но я тоже аккуратно. Оп, я сейчас тоже заберусь, как раз народу уже нету. По-моему, вот не с этой стороны, а вот... Потому что здесь розовый и голубой. Не-не-не, там типа очень насыщенный такой микс цвет, непонятный. Так, надо просто ой, как-то... мы залагали, короче, я заехал ваш. Да я понял. Чё, мне тачку перекрасили, посмотри. Я теперь не голубой, я не голубой, пацаны. Мою машину перекрасили, и ориентация сменена. Нас кто-то подслушивает. Да-да-да, реально, все. Теперь я не хочу быть оранжевым, алё. Нифига, челик, все, я понял. Смотри, как они залетают, как рыбы, когда... начинается их помет. Да-да-да-да-да, вот прям такой пример хороший. Смотри, они реально берут вот так вот и заезжают. Чё мы раньше долбились-долбились? Лайфхаки. Не додолбились. Лайфхак хороший, и так и надо было проходить, потому что нас память далеко, как бы, и а мы лохи долбились в это время в долбанную стену. Опа! О, приехал. Долбились в долбанную стену. Вот давай, это... Кузак, аккуратно, там это стекло. Там это, левитация небольшая. Ты там давай, продрифтовочкой. Все хорошо, мол, все под контролем. Не надо напрягаться, не надо делать резких движений, как говорится, понятно, и просто ехать. Что это там, понятно тебе? Ну, запрыгать типа надо, оп. Ага, а ты нас догнал уже, получается, да. Наш чекпоинт. Так, главное здесь не слететь. Так вы все на один чекпоинт от меня уехали. Да и нет, там типа сложно, то чекпоинт был там забраться, ну, типа... Ну, вы пока додумались, я уже... Да, нифига там лифты ездят. А, Кузака ваш пьет. Да ладно, а теперь не заберешься, типа? Нет. Да ладно.
Да ладно, жопа, тварь, писька. Да ты был на разгоне, а я такой медленно поехал. Ясно. Вот теперь главное просто резко поехать и заехать вот так вот. Да, все получилось. И дальше в коридорчик, как я понимаю. И там уже да, там изи. Надо будет брать чекпоинт, хорошо. А смысл изи, там на дорогу налево, да? Поехать? Да, да, да. Поехать на дорогу слева! Направо. Хорошо, хорошо, понял. Нифига себе, это получилась такая рампа. Рампа дальше. То есть это прям с дороги надо съезжать вот так вот? Да, да, направо. Раз, два, три, погнали. Надо было. Во, спасибо, вот теперь спасибо огромное. Только я не знаю, как ты, челик, пройдешь там, но зато тебе там одному будет полегче это пройти. Хорошо, я взял чек, и дальше там на здание как-то. Ебал, вот это да. Серьезно, такие перелеты жесткие. Но больше всего меня до сих пор удивляет факт, какого фига у меня машина другого цвета. Оно у меня голубого стало оранжевым. Вот кто мог перекрасить? Здесь же читер, по сути, нет никакого. Мы вот в тот раз всех кикнули. Что ли еще добавились в лобби какие-то непонятные люди? Так, хорошо. Там вулрайт обычный или что будет-то? Да, да. О, хорошо, сейчас пройдем, сейчас все будет. Хорошо. Так. Там выше бери, выше. Выше, вы. Ну да, выше, конечно. Конечно, выше. Спасибо. Там вообще не надо высоко брать, чтобы нормально приземлиться. Посередине где-то. Я не криво, я слишком высоко поехал, как ты и сказал. А ты поехал посередине. Ты меня обманул. Потому что... Раз не могу пройти этот вулрайд. Так, а ты что, обогнал что ли нас? Так. А он первый едет. Нифига себе. Вот, привет, вот что-то как-то у меня санкинг какой-то слишком резкий, как было дерзкий. А, черный. Так, черный спихнул. Нифига себе. Он дурак. Как вы вообще так выбираетесь на первой позиции? Меня. Я не понимаю, пацаны, вы что такие это скиллованные? Надо, короче, остановись. Вас обгонять как-то. Так, я возьму чекпоинт вот так вот. Нет, как не возьму. Остановиться? Понял. Музака. Здорово, вот так смотреть. Вот. Рожа такая. Блин, у меня байк, я не могу пройти. Как? Вы зачем он просто байк взял? Я не понимаю, когда написано Санкинг, Санкинг написано даже в названии. Да, а это читать, точнее, писать умеет. Красавчик. Ясно? Писать легче, чем читать, если что. Ну да, когда ты не знаешь слов, особенно. Хорошо. Так, а, ну вот, я, в принципе, вас догнал, надеюсь, что сейчас это. Ревенж, возьму вас. Ой, как а говорится? Куда ехать? Собрай. Да ну уйди ты отсюда. Все нормально, поехали. Ну куда? Взял такой упал, ну куда? Короче, вот тогда дуралейки. Один поехал. В смысле дуралейки? Так, да здесь... не ты. Все хорошо. Не надо напрягаться. Ты сможешь развернуться? Ты ой, что, серьезно? Меня с собой. Забери. Я приду сквозь злые ночи. Я просто помогаю людям в сложных ситуациях. Я не хочу с тобой общаться. О, я приземлился. Ааа, блин, я упал, как так? Так, я приземлился, хорошо. Хорошо, все, приземлился, пацаны. Сейчас пройду. Ой, ну хотя бы кто-то из нас пройдет. А, нет. Да, да, кстати, да, хорошо подметил, потому что Кузака. Ну кто это Кузака? Кузака это, ну... Да и какой... А как подниматься-то? Я не понимаю там. Просто Роника, только разгон не берите, а бустанет нормально. Там типа... Нет, а вот как вот отсюда? Ты за мной следишь, да? Да, да, да. Ну просто ровно встань и медленно заедь. А с пробелом? Не-не-не, просто медленно, вот прям сейчас едь. Меня не отфигачит назад? Не-не-не. Вот, ага. Сейчас на бустер тебе надо. Сейчас, надо сейчас выровняться, чтобы четко он заехал прям. Смотри, он... Сейчас, все будет. Главное вот просто выровняться нормально и поехать, поехать, да, слушаю вообще четко. Так, а куда потом, там сейчас я не слышу. Сейчас налево, и там тоненький. А, все, тоненький я пройду. Тоненький я спокойно пройду. Они даже здесь не совсем тоненькие, так сказать. Они слишком широкие, без видишь, сильного пробела. Да. Так что я назад лучше сдам, сейчас заново заеду. Там чуть побольше разгончика есть. Да, согласен с этим. Сейчас лечу, блин, буду бомбить. Опять ты слабый разгон берешь. Да я боюсь, что и на меня наоборот. Ничего, не буду, о, толстые, да, вот такие вот. Вот такие вот они. ГГ. Не-не-не, еще не ГГ, еще не ГГ. Еще не ГГ! Ну не знаю, сейчас проверим. Назад лучше сдавай. Да. О, спасся.
Сейчас бы заново это все проходить не хотелось бы. Вот здесь вот, да, вот этот переплет тупой, он очень сильно прям мешает, капец как. А, почему вот всегда такие скользкие перелеты в GTA, я не понимаю. Все, поехали. Так, ладно, спокойствие. Ну, здесь можно даже на разгоне ничего такого. Там просто наверх сейчас. Так, левее, наверх. Бустеров никаких ложных не будет. Не-не-не, там просто сразу на мой банк. Там будет перелет, личку. И перелетел. Иго, и поехали. Спокойно. Вот теперь нигде не упасть тупо и пройти этими стороны. Все знакомы. Настолько знакомы, что капец. Ярик, там разгон не надо сильно. А, ты там пошел это. Понял? Ага. Там же челик, кстати, скоро финиширует, да, это фильм. Так, я сейчас опять перелечу, слушай. Не-не-не, он уже всё. Просто я взял чекпоинт, пацаны, ура! Ну я написал, чтоб не финишировали, они написали окей, но если сейчас финишируют, то это будет подло, вот опять же, типа, я не финиширую, все дела. Нет, я допройду сегодня, вот, да. Вот с такими вот темпами, пацаны. Ладно, вот этот чекпоинт я пройду, мне кажется, уже быстрее, потому что на том реально мне что-то не везло. То челики сначала мешали, то потом я не вдуплял как надо, то потом вот лох в конце перелетел, и заново пришлось все перепроходить, так сказать. Ладно, здесь просто главное выровняться тупо на эту прямую, и там спокойно поехать, как я понимаю. Ну, то и бишу, можно сейчас пройти сразу три штучки, вот так, оба. И последнюю потом мы сейчас пройдем. Мал, а там потом превращение во что идет, я не понял. Фанта. Фанта. Ага, фанта, фанта. Так, а я смогу. Там о, да, отлично! Все легко, да-да-да, у меня взял чекпоинт здесь просто. Я думал, что сейчас на Санкинде по этим тоненьким придется, я такой уже. Фух, наконец-то. Наконец-то все такое мяленькое, холесенькое. Так, а там где чекпоинт? Он сзади, что ли, или. На моей банке, по идее, на самый верху. А, да-да-да, все понял это, то есть так далеко надо будет ехать. Хорошо. И какого фига мне сменили цвет? Вот у меня хороший такой цвет банды был, такой насыщенно синий, голубенький такой, да, цвет робота моего. Ну, не, кстати, по цвету я не понимаю, зачем писать комментарии, ты гей, ты голубой. Причем здесь цвет может быть, ну и вообще любой, пацаны, те же кроссовки бывают и голубые, и розовые, это не значит, что типа, ну, причем здесь... ориентации, мне просто вот это очень сильно бомбит. Вы что, глупые? Вот это, кстати, ты правильно подметил. Давайте вот мыслить логично. Да, мыслим логично. Нифига себе телепорт, мал. Там потом... Где? Там потом эта парашютная тачка. Да, там, короче, зарезпись, и по спиральке получается разгон, и ты взлетишь. Ага, я, кстати, все, понял. Сейчас не прыгай. Все, хорошо, и здесь получается здесь, трамплина. Здесь можешь тоже не прыгать. Просто ага. Ну, раскрывайся. Раскрываюсь. Далеко, просто лети. А куда вверх. Лететь? Сейчас вот на ту дорогу? Тут получается, да, смотри, да. Там такая дорога будет. Угу. Длинная. Класс, слушай. Там будет чекпоинт. Я вижу, да. Блин, классный паркурчик, реально. Только за полчаса. Только которая идет справа налево, а не которая вертикальная. Справа. Сейчас, погоди, там дорога именно прямая какая-то, каскадерская, на нее надо приземляться. Ну там их две, одна дальше, другая ближе. Одна вертикальная, другая горизонтальная. Тебе надо на дальнюю горизонтальную. Ага, на ту не надо вообще никак. Все, понял. Ты можешь ехать, но я не знаю, может там просто-напросто не допрыгнешь. Не, я, короче, не буду рисковать, мне кажется, я лучше. А что меня превратило? Если я, конечно, вообще смогу, да я. Как это даже назвать? Доехать, не доехать. Потому что да это полетом очень сложно назвать. Она нифига не летит, она очень медленно летит. Я быстрее, наверное, добегу до чекпоинта. Это капец. Конечно, рисковать сейчас не хочу, но я хочу сделать супер дрифт. Нет! Оу. Нет, да такого нет, я нет, не буду делать. Да, нет, я реально боялся, что я сейчас не долечу. Я бы так бы сгорел. Да, трансформации в разные транспорта. И все, и мой голубой цвет снова вернулся. Это, кажется, была задумка автора, то есть там были специально прокачаны эти санкинги, чтобы дорогу, нам было. По дороге надо будет. По дороге именно в нижнюю, прям такую опускаться, да? Куда хочешь. А, ну все, ну хотя да, на летучей я смогу там все перепрыгнуть, так что все спокойно. Сейчас все мы допройдем. Стоп, а где вообще чекпоинт? Я сейчас посмотрю, чтобы. Просто мне... на полу он. А, на полу далеко. На полу. Где там прыгать надо будет через препятствие. Да без проблем, мне кажется, это даже будет поинтереснее, потому что тот чекпоинт меня реально измотал. Блин, вот когда 32 сидишь. 32 минуты, слушай, 32 минуты. 32 вроде, минуты. Казалось, физичный, да? Я не понимаю, как ты прошел это за 18 минут. То ли тебя залачило, то ли я сегодня такой лох, сегодня не мой день, как будто бы. Я реально не могу сегодня что-то нормально собраться, с мыслями, да, чтобы пройти это. Ну, в принципе, мы все равно это допройдем. Надеюсь, что НФ-ки хотя бы никакой не будет. И в этом вся суть. А реально, мы давно не проходили таких вот паркуров,
чтобы на полчаса, на час, постоянно какие-то гоночки на 10 минут, как говорится. Сейчас мы реально будем наращивать свой скилл, друзья, и там уже будут более потные гонки, даже так сказать. Не гонки, а паркуры, мне кажется, даже так неправильно. Нет, стой. Нет, стой, не надо паркуров. Я просто лично вырежу. Нет, зачем? Да какой на меня чертюха приземлился? Там что-то столько много чекпоинтов, а вы на Делоринах там еще катаетесь. Там еще одна трансформация, что ли? Земля, валюта! Здорово! Нифига себе, прыгнул как по таймингу, красава! Так, ну-ка, здесь даже не надо. Парашют! Фух, засмог, засейвится хорошо! Фух. Да. Так, Мал, ты перелетел чекпоинт? Или ты его уже взял? Я уже финиширую, брат. Да ладно тебе! Ты серьезно? Здесь никаких... А, все, финиш, да. Сейчас будет заветный финиш. Я прыгаю через челик и прям на финиш. Его толкаю, и мы вместе финишируем. Отлично, друзья. Твой телефон, но никогда не позвоню, и даже мы.